Я считаю, что это событие включает в себя и интригу, и увольнение, и самостоятельное решение Владислава Юрьевича, поскольку он отвечал за реализацию указа президента, точнее указов президента. Указы выполняются неудовлетворительно, и есть формальное основание для того, чтобы уволить Владислава Юрьевича с этой позиции. Интрига, ну, поскольку Владислав Юрьевич очень талантливый человек, он действительно очень талантливый политик и умеющий плести всевозможные политические нити, конечно, всегда такая персона вызывает внимание, соответственно, возникает интрига. Ну и, конечно же, Владислав Юрьевич, как талантливый человек, обязательно найдет себе работу, причем работу, которая ему интересна. Я так полагаю, что работа в администрации президента, где он фактически определял нашу внутреннюю политику, ну, в значительной степени. Конечно, главным человеком все равно был Путин, и он стратегически все определял. Но Владислав Юрьевич многие вопросы также определял у нас и строил. Соответственно, ему это интересно. Работа руководителя аппарата – это такая техническая должность, где надо подготовить заседание правительства, проследить выполнение поручений премьера и так далее. И это, по-моему, не интересно Владиславу Юрьевичу.